Всем привет! Меня зовут Юля, добро пожаловать на мой канал. Сегодня пойдем с вами в магазин Fix Price, это город Курск. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставайтесь со мной. Посмотрите, каких лапочек завезли. Это светильник с кабелем USB. Цена 199 рублей. Сенсорная кнопка включения у него на животике. И три режима яркости. Длина кабеля USB 100 сантиметров. Вот так вот он выглядит, медвежонок этот. Белого цвета, очень красивый. Симпатяга. И их прямо очень-очень-очень много. Вот такие вот еще новиночки у нас появились. Это наклейка светильник. Цена 77 рублей. Животные есть разные. Еще есть зайчик и собачка. Их только завезли, поэтому все вот эти животные у нас пока есть. Набор декоративных наклеек. Они идут такие выпуклые. Цена у них 149 рублей. Очень красиво, можно разнообразить детскую комнату или как-то задекорировать другие комнаты. Еще у нас есть вот такой вот дизайн. Милый мишка, елочка, ежик. Очень много появилось новинок в отделе декора. К примеру, вот такая вот наклейка светильник декоративная. Цена 99 рублей. На картинке показано, как можно использовать дома. Очень уютненько можно создать и организовать пространство своей комнаты. Такие светильнички у нас предоставлены в двух расцветках. Плафон есть вот такой вот зеленый и синий. Целый набор вот таких вот шариков. Для детского бассейна можно использовать. Или же просто играться можно малышу. Мне нравится, что у них размер не маленький, но и не крупный. Прямо для детских ручек. Детки такие обожают. Цена у них 199 рублей. Но здесь их в упаковке довольно много. Разные цвета. Формы они одной. Юбка женская. Материал 100% полиэстер. Выглядит она такая, как легкая кожа. Цена 199 рублей. В данном случае я взяла размер 48, но, конечно, они маломерят. Цвета есть разные. Есть и серый, цвет, и вот такой синий, черный. Еще есть вот такие вот юбки женские. Также я взяла 48 размер. По составу здесь у нас идет, делает Китай. Это понятно. По составу 93% полиэстер и 7% эластан. Здесь мы можем с вами наблюдать такие карманы-обманки с золотой фурнитурой. Она довольно-таки плотная. На лето, я бы сказала, не очень. Потому что какая-то еще подкладочка тут есть такая легкая. Цвета есть вот такие вот разные. В принципе, выглядит довольно симпатично. Вот такую вот с синим я вам еще расцветку хотела показать. Потому что осень впереди. Может быть, кто-то присмотрит. Темные цвета также есть. Женские маечки. Размер взяла 44. Делает Китай. 95% полиэстер и 5% эластан. Смотрится ничего. Цвета вот есть разные. Белый и еще красный. В принципе, одежды очень много. Как кофточек, так и юбочек. Но пока, конечно, ассортимент весь летний. Покажу вам вот так вот детский отдел. Новинок пока я не заметила. Брючки детские. 199 рублей цена. На манжетиках внизу. Размер 28 я взяла в данном случае. Цвета вот такие вот еще предоставлены. Женское белье. 99 рублей цена. Сделано в Кыргызстане. Цвета разные. 96% хлопок и 4% эластан.
Вот такие вот цвета есть еще. Синий, белый и бежевый, светло-розовый. Снова у нас завезли вот такие вот классные силиконовые блокноты по 199 рублей. Расцветки разные. Я такими уже обзавелась. А так по блокнотам ничего нового не вижу пока, к сожалению. Зато огромный завоз тетрадок по 48 листов. 18.30 цена у них. Всевозможные расцветки, как для мальчиков, так и для девочек можно подбирать и готовиться смело к школе. А еще есть вот такие вот тетради. Они идут на такой железочке. Цена у них 50 рублей, 96 листов. Ракетка для настольного тенниса 99 рублей. Она одна идет в комплекте. Классическая обычная ракетка. Нашла вот такую интересную новинку для деток. Игрушка гидроскопическая машинка с аксессуарами. В наборе два аксессуара, кольцо на палец и конус. Интересная очень вещь. 55 или 77 рублей она стоит. Ценника нет, к сожалению. Крутится вокруг своей оси. А еще посмотрите, какая интересная новинка. Очень познавательная и развивающая. Это растущее животное. Игровой набор. Вырасти животное из капсулы. 55 или 77 рублей цена. Собери всю коллекцию. Инструкция также имеется. Опустите капсулу в горячую воду. Оболочка капсулы начнет растворяться. В течение 15 минут животное вырастет до полного размера. Очень интересная вещица. Чего только не придумают, правда? Актуальный летний набор валанчиков со светом для бадминтона. Светится разными цветами. Цена 77 или 55 рублей. Три валанчика идут в комплекте. Появилось очень много одежды для кукол. Цена 77 рублей. Плюшевые сумки для обуви. Цена 199 рублей. В разных цветах. Давайте посмотрим поближе ее. Вот такие вот интересные на них надписи. Сзади сумочка идет из непромыкающего материала. С ручкой такой рюкзачок. Игровой набор вертикальный трек. Цена 199 рублей. 3 плюс по возрасту. Такая интересная дорога собирается, где ездит машина. В набор входит машина. Также вертикальное основание, набор наклеек, горка, крепление и платформа для запуска машин. Освежитель воздуха. Цена 99 рублей, 250 мл в данном флаконе. В данном случае я взяла «Энергия Востока». А так запахов очень много. Орхидея. Салфетки бумажные, комбинированные, к примеру, белые и розовые, или же зеленые с желтым. 250 листов, цена 55 рублей. Интересные, развлекательные и увлекательные лабиринты, книги для детей. Цена у такой книжки 77 рублей. Вот такие вот интересные разные лабиринты внутри. Есть разные тематики, в данном случае я взяла космос. Еще есть вот такие вот динозавры. Также вот такая вот азбука в картинках. Интересные книги для деток. Вот с такими вот часиками, где двигаются. Можно потрогать стрелочки. Цена 77 рублей. Есть вот такие мимишки. Теремок. То есть тематика довольно-таки детская. День принцессы. Можно повыбирать, что по душе будет больше вашему малышу. Лейка для душа со шлангом. Цена 199 рублей. На 1,5 метра. Три режима у шланга. Вот этой вот штучкой переключаются эти режимы. Спасибо за просмотр данного ролика. Если он вам понравился, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал. На сегодня буду с вами прощаться. Берегите себя и своих близких. Пока-пока.